Привет всем гостям моего канала! Сегодня на нашей кухне будем готовить мясо с болгарским перцем. Это блюдо готовится быстро и получается очень вкусно. Но давайте все по порядку. Устраивайтесь поудобнее и поехали! Сегодня нам понадобится 600 грамм мяса, болгарский перец 2 штуки, 1 репчатая луковица, 3 зубка чеснока, 3 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки кунжута и черный молотый перец. Первым делом режем мясо небольшими кусочками. Разогреваем сковороду и на среднем огне обжариваем мясо в течение 10 минут. Я готовлю сегодня свинину. Вы можете взять любое мясо, и от этого будет зависеть время его приготовления. Главное не пересушить мясо, оно должно быть сочным. Пока готовится мясо, режем лук полукольцами. Мясо готово. Перекладываем его в тарелку и отставляем в сторону. Чеснок режем небольшими кусочками. Потом мы режем перец не слишком крупными кусочками. Можно использовать замороженный перец. Это не испортит вкус мяса. Затем мы отправляем лук с чесноком в разогретую сковороду и обжариваем на среднем огне до золотистого цвета, около 4 минут. Теперь отправляем в сковороду перец, перемешиваем и готовим еще 3 минуты. Выкладываем в сковороду с луком и перцем мясо, тщательно перемешиваем. Отправляем к мясу соевый соус, черный перец, кунжут и продолжаем готовить мясо на среднем огне 10 минут. Мясо мы не солим, так как соевый соус достаточно соленый. Вот такое красивое и вкусное мясо у нас получилось. Его можно подавать к любому гарниру. Всем приятного аппетита! До скорых встреч!